В этот же день место строительства духовного центра посетили известные спортсмены. Они ознакомились с масштабами проекта и были впечатлены увиденным. А чемпион мира по вольной борьбе Курмагомед Курмагомедов решил внести свой вклад в богоугодное дело, подарив центру свой автомобиль марки «Мерседес», на котором он приехал. Гости также приняли участие в посадке деревьев на территории будущего парка, прилегающей к мечети. Я сегодня первый раз приехал, очень был удивлен. Какие масштабные работы вели здесь. И сегодня мы с братьями посадили деревья. И в дальнейшем будем за ним ухаживать тоже. И хочу сказать, я был в многих странах, но такую большую мечеть я не видел. Машаллах. Иншаллах, до конца